На улицах Рязани весенний аврал. Чистят и обновляют при этом не только трассы и тротуары. Дошло дело и до деревьев. Их побелка – стандартная апрельская процедура. Дополнительная защита в период перепада температур и от холода, и от перегрева, как и у садоводов. Она направлена на уничтожение болезнетворных микроорганизмов, также для защиты от солнечных лучей. Сейчас в данный момент начинаются работы по побелке деревьев по улице Ленина. Дальнейшие работы будут продолжены по Московскому шоссе, это бульвар Победы. Санитарная окраска деревьев, сопутствующая весенней уборке процедуры, и, пожалуй, главный символ повсеместных субботников, а они в Рязани уже стартовали. Уборочная техника работает почти на 50 улицах одновременно. К 1 мая город обещает сделать максимально чистым. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».